хочу поделиться с народом способом одним изготовления цукатов. Ну, все, наверное, знают, что такое цукаты. Вот у меня на вилочке один из цукатов. Короче, так, цукаты готовятся так. Ну, вы понимаете, что цукаты, в принципе, делаются из арбузных корок, из дынных корок, там, ну, из там различных там фруктов, ну, чаще всего из корок. Но цукаты, они сладкие, ими особенно не наешься, только, ну, что там, раз, два, три цукатик съел, все, уже неохота, чайком запил, все, хорош. А вот есть еще другие цукаты. Цукаты, которые можно съесть и ими довольно-таки насытиться. Короче, берете, покупаете в магазине кусок сала. Вот, кусок сала. Вот, кусок сала. Потом одеваете его на шампурик. Режете мелкими дольками. На огонь. Чуть-чуть так жарите, поворачиваете, так поворачиваете, поворачиваете. Смотрите. Сало закапало. Цукаты уже почти готовы. Еще чуть-чуть сало, когда скапывает, потом вытаскиваете его, остужаете, и она блестит, как будто политая карамелью цукаты. Класс. Всем хохлам на заметку. Цукаты из сала. Любимое блюдо мужика на рыбалке.